Мадагаскарские лемуры, огромный сетчатый питон из Азии и даже вороны из Северной Америки. Пушистых и не очень зверушек собрали в Оранжмоле без преувеличения практически со всех континентов мира. Некоторых при этом сложно встретить не то что в зоопарке, даже на воле. Например, такие обезьянки, как Кира, занесены в Красную книгу. Этот коричневый гиббон самый маленький из 13 видов гиббонов. Человекообразный является, не имеет хвоста. 32 зубы норма, 36,6 норма температура тела, а вторая, четвертая группа крови. Вот. Единственное, сравнение телом отличается от нас немножко. Тело короткое, руки очень длинные. И это еще далеко не все интересные факты о человекообразных обезьянах. Хотите узнать больше? Приходите на выставку. Кстати, здесь Киру и большинство других животных вам позволят не только погладить, но и взять на руки. Ребята, змейку погладим. От такого общения с живой природой остаются в восторге даже взрослые. Что уж говорить о детях. Ну, особенно понравились два беленьких попугая. Они такие спокойные, красивые. Хотелось бы еще раз прийти. А тебе? А мне эта обезьянка понравилась. Забрал бы себе такой домой? Да. Кира, звезда мира. Это мега-звезда. Все животные на зоовыставке привиты и регулярно проходят медицинские осмотры, так что вы смело можете приводить сюда даже самых маленьких детишек. Кстати, вход на выставку до 4 лет бесплатный. Приходите и вы познакомиться с удивительным миром экзотики. Дружная семья зоовыставки всегда рада гостям. Рептилии, попугаи, дикобраз, огромная черепаха, лемуры и обезьяны ждут вас на 3-м этаже торгового центра «Оранжмолл» с 11 утра до 8 вечера. Но не откладывайте это дело в долгий ящик, поскольку мини-зоопарк будет гостить в нашем городе лишь до 21 августа. Анастасия Лакман, Степан Некрасов, новости на ТНТ.